давайте немножко разрядим и маленькую байку, чтобы нет самому тоже настроиться. В Питер приезжаем, ну, это сколько-то лет, достаточно много лет назад, приезжаем, да, то фестиваль, то концерт, так сказать, живем, так сказать, у одной женщины, у нее потом трехкомнатная квартира, там все нормально, все хорошо. И вот там в какой-то раз она говорит: «Витя, ну я тебя давно слушаю, давно люблю, ну спой, пожалуйста, что-нибудь нашу». Я говорю: «Что ты имеешь в виду?» «Ну как что? Ну что, про поход, так сказать, про костец, там про поход, про байдарки, про костерок». Я так задумался. Ну, про байдарки. «О, про костерок у меня есть». И спел ей Жанну д'Арк. Вот теперь у меня на данный момент уже 3 песни про костерок. «Догорают мои гусли самогуды», Джордана Бруно. Ну вот. Но это, а вот сейчас будет самая первая это песня. Да. Неподвижный холодный туман, да запахи горечь досады. Жанна д'Арк, не бери Орлеан, пусть себе задохнется в осаде. Словно молния мечтой остер белый конь, словно молния быстр. Только Жанна, потом ведь костер, пламя копоть из полохи искр. Жанна, Жанна, останься со мной, я жених твой, твой брат и слуга. Жанна, разве не страшно одной подниматься к небесным лугам? Жанна, останься со мной, я жених твой, твой брат и слуга. Только ты нас не Жанна, Жанна, не страшно одной подниматься к небесным лугам. Я боюсь, я...